еще раз посмотрели, да, персики вот эти маленькие были посажены горизонтально и присыпаны с корни. Вот так, здесь сугробчик. А там под этими, под укрытием, под картоном. Вот один, может не стоит об этом говорить, а может и стоит. Это часть нашей прогулки, назовем. Вот, вот еще укрытие. Как я их делал. Ну, фантазия богатая. То же самое. Здесь корни под этим самым, под толстым слоем земли, а потом еще сверху снег, а крона вот этим ящиком. Вот. И похоже, кто-то ящик грыз. Вот так вот. А я сюда кидал этот самый отравленное зерно. Ну что, посмотрим. Хана персику, нет? Посмотрите. Грызли, грызли, 100% грызли. Смотрим. Господи, неужели не тронули? Ой, жива. Персик целый. Господи, какое счастье. А я уж хотел расстраиваться. Ну-ка, все на место. Не, дожили. Картон мышам заменил еду. Картон сгрызли, персик не тронули. Он им показался несъедобным. Ура! Ну что, разлег я вас маленько. Вот еще один. Вот еще один, вот еще один. А вот эти вот, они очень мощные, да, с меня рост. Я клал на бок. Нет, 10 еще не было. Не было. Я считал, 4 только. Не хитри. Сыпь еще, 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 еще. Так. Теперь я продолжаю. Итак, значит, видите, там полено, им придавлено. Положено, они не привитые, персики эти. Вот. А это временное жилье, но я все равно спасал как. Значит, они выгнулись дугой. Под ними воздух. Вот одна. И вот вторая. Вот второй персик. Здесь. Сверху стеклоткань. Вот. И края придавлены. Все. Получается, они не преют. Знаете почему? Там воздух. Под этой стеклотканью. Это же не материал, не это, не органика. Он не мокнет. И там воздух. Поэтому никаких опасений, что они сопреют. Что эти не сопреют. Что эти не сопреют. А давайте посчитаем, что это... Скоро же весна, пора итоги подводить. Итак, пусть это будет с детишками первый небольшой фильм. А про укрытие персика пусть это будет второй фильм. А? Помоги Соне, чтобы у нее 10 штук было. Помоги ты, мужик. Так, и мы с вами идем там, где я двухлетние персики укрывал. А, и однолетние, и двухлетние. Кстати, многолетние вот они персики. Которые я с них не срезал ни одной веточки, видите? Внимание, раз, два, три. Ни одной веточки не срезано. Вот, и жду урожая. Я так боялся веточки срезать, каждый раз страдает деревья. Тут получается, черенки вам продам, а сам остаюсь без этих, без урожая. В этом году решил, что заказал теплую зиму. Вот, и... Взрослые персики не укрываю. А вот эти вот молодежь. Видите, вот эта двухлетка. Я ее не стал наклонять. А просто вот так обмотал. Связал, обмотал. А вот это вот длинные-длинные двухлетки. Вот. Как я делал? То же самое. Там под ними находятся эти палки. То есть палки сыграли роль ребер жесткости. Видите, вот. Плохо видно, но кому надо, тут хватит этой фантазии.
Вот они длинные. Это полутораметровые, это двухметровые. Вот. Пока вот так вот крываю. Никогда она не сопреет. Вот. Даже если бы вообще снега не было. Да, отнеси лопату. Я пошел проверять работу. Если что-нибудь пропустили, значит, там вторая лопата есть, будете дорабатывать. Так. Ну, в общем, а вот еще персики. Вот. Еще. Ну, в общем, принцип тот же. Холм. Сразу они были не тут росли, а в другом месте. Холм этот взял и повыше, персик горизонтально положен. И сделано такое, ну, полусимволическое укрытие. Под ним все равно теплее. И так как была зима еще теплая, вот, до 40 не доходило. Вот такие 20, 30, 35, это для нас это не мороз. Вот, и получается, что в этом году, если не убьет заморозками весенними, должны плодоносить все подряд. Укрытие, не укрытие. Ё-моё. А, нет. Только солнце. Нет, тень. Обещали плюс 10, уже плюс 4. Нам только этого не хватало. Как я не люблю эти. Кому-то тепло, а кому-то горько на душе. Хорошо, что всего на 1-2 дня. Ладно, сейчас зайдем в теплицу, посмотрим, что там наши детишки наделали. Вот. Они могли сильно много насыпать под один и не насыпать ни капельки под другой персик. Вот. А, я же Сеньке должен. Он должен был отчитаться бодро. Мы сыпем, потому что там сухо, потому что с неба не капают и дожди, снега не сыпется снег. Поэтому мы вынуждены заменять природу. Я забыл его спросить. Но он это бодро четко знает. Вот. Пойдем сюда. Ну, конечно, надо все бросить. А тут на их... Это кончается их эти терпения. Ну, будем смотреть, что тут насыпано. Ну так, более-менее. Все, друзья, на этом мы с вами не прощаемся. А прощаемся до следующего фильма. Вот, и... Или до ваших заказов. Вот, видите? Вот это вот у меня венгерка шикарнейшая. Вот она такие дает веточки. Видели? Колечко дерева, ну что делать? Все, на этом я заканчиваю. Рекламная пауза закончилась. Косточки, черенки, семечки. Книги за вами, за вашими заказами.